Здравствуйте! Сегодня у нас сочные ароматные наггетсы из курицы. Для начала немного измельчить 70 граммов кукурузных хлопьев. 300 граммов куриного филе нарезать небольшими произвольными кусочками. К кусочкам куриного филе добавить половину чайной ложки молотого чеснока, половину чайной ложки паприки, соли и перца по вкусу. Добавить по 2 столовые ложки оливкового масла и лимонного сока и хорошенько все перемешать. Для панировки яйцо немного взбить вилкой. Кусочки куриного филе обвалять в муке, затем в яйце и в измельченных кукурузных хлопьях и аккуратно выложить на застеленный пергаментной бумагой противень. Отправить куриные кусочки в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Тем временем можно приготовить соус. Для этого в майонез добавить лимонный сок, пропустить через пресс чеснок и тщательно перемешать. Хрустящие нежные куриные кусочки просто тают во рту и не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Все ингредиенты в граммах в описании. Приятного аппетита!